Моя Мелисса спит на свежем воздухе. Перед дождем сегодня будет дождь на нашем балконе, на террасе. Спит маленькая, отсыпается на свежем воздухе. На улице гулять нельзя, у нас карантин в Италии, и она спит всегда во дворе. Завтра начнется солнце, сегодня выпадет дождь, будет свежий воздух, и завтра начинается 18 градусов тепла и весны. Но, к сожалению, у нас карантин до апреля, и мы только во дворе. Скоро жасмины расцветут, цветочки расцветут, жасмины. Вон мимоза от 8 марта осталась у соседей. Здравствуйте всем, чтобы никто не болел, чтобы все были здоровы, чтобы никто не заразился коронавирусом.